Arm Armenië. Bijna 100 jaar geleden gingen rond de 1,5 miljoen Armeniërs dood in wat nu het oosten van Turkije is. De Ararat, hun heilige berg, ligt nu ook aan de Turkse kant. Het is een van de armste gebieden van de Kaukasus. Door ruzie met Turkije en Azerbeidzjan zijn de grenzen met die landen gesloten. Dat zorgt voor grote problemen. Het is bijna niet mogelijk om handel te drijven met andere landen. Rusland is een van de weinige bondgenoten. Люди считают вас как один из лучших, да? Потому что вы что-нибудь... Я элементарно поставил рисовать то, что важно. А если что-нибудь не то, поставил поправить. Mm. Может, одежда будет, может, волос будет, может, где-нибудь там царапаны, что-нибудь из фото, да? Я же не буду повторить. Mm-hmm. Надо мне это все видеть. Mm-hmm. Что надо делать? А вот этот человек, который сейчас у него будет похорона, нас подавал русский язык. Хотя бы спасибо его, что очень-очень много он делал, что мы хотя бы не так читали, а постарались друг с другом разговаривать, учиться разговаривать, что это годится в армию, годится раньше быть Советский Союз, а русский язык везде нужно. И сейчас тоже нужно. Я думаю, без русского народа в армянам трудно будет. Тоже будете делать, так? Да, да, конечно, близкий человек, ага. Хороший, ага. Уважаемый. Я даже буду думать, как делать, что его жизнь там черкнуть. Ага. Черкнуть, потому что он много делал. Ага. Здесь только мужчины будут? Нет, и женщины. Женщины да, тоже? Да, женщины тоже. Они отдельно? Нет, вместе. Да, да, нет, это случайно. У нас да, 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 да. Такое есть некоторые село, что так. Они из ворота уже женщины сюда не ходят. Ну, у нас пока не так. Вместе все. Вместе. Да. А это как инструмент, это армянский инструмент. Да, дудук. Это тот армянский, армянский. Да. А это тоже дудук? Тоже, да. Окей. Это наш Диван Гаспарян только играет. Да. Хорошо. Я больше не буду мучать. Спасибо. Պատերազմյան տարիներն էին, սով, աղքատություն, համատարած, տներ վառեիր, շրահոտ չեր գա, բայց երիտասարդը համառեց և մնաց գյուղում ու ծրագրեր ուներ, գյուղում զարգացնես սպորտը,
Եվ այդ նպատակի, այդ երազանքի համար ամենից ինչ արեց. Atatürk, in het westen van Armenië. En dit is typisch een plek, eigenlijk vergelijkbaar met de rest van Armenië. Heel veel werkloosheid. Officieel liggen de cijfers op 37,5%. Maar waarschijnlijk is het nog een stuk hoger. De meeste jonge mensen die zien helemaal geen toekomst in. Die gaan het land uit, naar Rusland vooral. En wie overblijft, ja, dat zijn een beetje de oudjes. En dat zie je hier ook wel. De enige die natuurlijk nog wel werk heeft, en is een beetje cynisch, is de man die al deze grafstenen maakt. Нас пять мест есть кладбище. Пять мест. Это почти уже пополнено. Здесь нету мест. Да, это тоже, видишь, это я сделал. Это последнее время это тоже, сделал. Да? Да. Очень хорошо получилось. Ну, заболел, много год и работал, ходил, приходил в Россию, работал, хорошо работал. В Россию, да? Да, хорошая семья у него. Ну, год, наверное, полтора назад умер. Угу. Вот. А есть как специальные значения сигарет, или кофе или мобильный? Это то, что он на своей жизни привычках любил. Так. Любил звонить? Любил звонить, оттуда получать звонки. Ага. Сигареты курил. Но сигареты я поставил нескольких штук, потому что... Он очень любил курить? Нет. А. Он... Не курил до конца. Это три сигареты означает, что он жизни 300 жил на 30% примерно. Окей. Вот так примерно. Символика. Много армян сейчас в Россию, да, приедут за работу? Много, да. У меня тоже дети туда ходят, муж дочерей. Угу. У меня сына нету, а муж дочерей ходит. Три дочь и три мужа там работают и приходят. А один вообще там живет, вообще в Москве живет. Ну, многие из вашего села, они... Да, да, много. Ага. Большинство. Если считать, что люди здесь будут работать и жить, это не получится. Пока не получится. Потому что рядом был большой завод. Это завод нету, не работает. Какой завод это был? Это был бентонит комбинат. Бентонит. Okay. Все, что создали вагоном Россию. После нескольких тысяч, уже... ну, с нескольких тысяч людей работал. Наше село большинство там работало. Mm-hmm. Был ковровый комбинат. Потом был док. Mm-hmm. Дерево там резали. Много было. Все закрыли. Десерт, да, нету, сейчас ничего нет. Сложно, сложновато. Ну, просто звонили, сказали, что дедушка плохо. Я приехал живой, я его достал, с ним общался пару дней. Его сын, дети были... Дедушки 5 сыновей и 15 внуков. Понятно. Да, у нас большая семья. Очень большая семья. Очень большая семья. И у нас еще и у него уже правнуков. Правнуков, наверное, 7-8. Да, у нас много-много. Это хорошо. Да, хорошо, конечно, родственников много. Потому что мы были здесь один день, и я видел так мало молодых
людей, да, много-много. А сейчас вот осень, как бы, да, летом они, даже большинство народов в Армении, они уезжают на, как на сезонную работу, строительство в России, заработки. А осенью, вот сейчас они, через месяц, через полтора, они все возвращаются сюда. Без России Армения плохо будет. Россия это первый, один из первых такой страны, что поддерживают Армению. И без России Армения очень тяжело будет. Нет такого семьи, чтобы кто-то в России не был. Все, любой семье заходи, самый меньше один человек. Да, 2, 3, 10, 5. Все в России зарабатывают, осенью возвращаются, все деньги сюда приходят. Или вот кто даже там живет, деньгами просто помогает. Я, например, здесь постоянно деньги отправляю отсюда. Родители у меня здесь, учителя. Отец тоже учитель, мать учитель русского языка. Вот поэтому, а что бы случилось с Арменией, если никого не послал деньги в родину? Никого бы не осталось. Уехали бы и остальные тоже. Это было бы очень тяжело. Это было очень тяжело. Это была вторая геноцид. Я тебе точно говорю. Ну, слава богу, Россия есть, да? А, не говори. Матушка, Россия, это всю жизнь помогала нас. Были мы отдельно с Россией или вместе в России? Разницы никакого я не вижу. Наоборот, на самом деле, если были бы часть России, ну, жили бы нормально, строили бы Россию, строили бы здесь все. Угу. Жили бы нормально. Зачем нам независимость? Я даже от кого независимость, я даже не знаю. Volgens voorstanders brengt het economische voorspoed. Volgens tegenstanders wil Rusland de oude grenzen van de Sovjet-Unie herstellen. De meeste Armeniërs zouden het geen probleem vinden als Rusland ze weer inlijft. Maar er zijn uitzonderingen. Zij voeren actie tegen een douaneakkoord dat Armenië en Rusland onlangs hebben gesloten. Het is hetzelfde akkoord waar miljoenen Oekraïners tegen protesteren. Maar protesteren is niet zonder gevaren. А где на вас напали? Здесь, да. Здесь вечером было? Да, около 10 вечера. Машина стояла здесь. Айкак пытался открыть дверь. Я еще сидел рядом с водительским креслом. И я увидел, как на него сзади напали. Я попытался открыть дверь, но даже не успел повернуть голову, потому что сразу получил первые удары в лицо и в голову кулаками. Дальше я уже не видел, что тут творилось, потому что я все время все равно пытался выходить. Но я думаю, то есть меня блокировали несколько раз дверью тоже. То есть, потому что я получил удары в ногу, в руку и, думаю, и палец, который я сломал. Сломали? Да, было из-за этого. Не поняли ничего, что случилось, почему, зачем. И все очень быстро. Да, да. Говорили, две минуты максимум. Ничего не говорили. Они ничего не сказали. Нет, я пытался спросить, кто вы, что вам нужно от нас, но это произошло очень коротко, где-то минуту или две минуты, и после этого они молча быстро удалились вот через эту арку. А лицо было видно? Нет. Нет, было темно, и после первых же ударов, я думаю, мы получили удары металлическими приспособлениями, кастетом. У меня в глазах все было в крови, и уже было темно, двор особо не освещается. И физически, я еще раз говорю, я не мог даже голову повернуть в сторону нападающих. То есть они мне не давали, и все время вот с этой стороны было били. Там 5-6 человек. И потому что они напали сзади, мы ничего просто не успели делать. Просто реагировать не успели. Даже мать не сказали они? Нет, ничего, не материться, ничего. Нет. Без ничего, просто. И это тоже не как было обычные криминалы, они ничего не украли от нет, вас? Нет. Значит, есть, наверное, другое значение. Да. Мы говорили многое против этого правительства, против этого режима, но все как в нормальной демократической стране, что можно сказать
против правительства, что они это правильно делают или неправильно. Мы были в Ачатюр, правильно скажу? А там большинство людей, с которыми мы говорили, они совсем как за Россию были, и они даже не против, если Армения станет как часть России. Да, конечно, это... там нет работы, и так далее. Но я удивился, они что просто, это так. Да, люди просто не понимают, что вообще... Ну, у них свое видение. Не понимают, что случится после этого. Они думают, что Советский Союз... Ну, они будут жить опять в Советском Союзе, что все будет поровну. Mm-hmm. Но Россия это уже... Чуть-чуть. Да, это ностальгия, а Россия уже другая страна сейчас. Потому что после этих случаев... Вы не боитесь, что, может быть, не так будет, но, может быть, хуже сейчас станет? Вы знаете, я, как уже сказал, никаких прогнозов на этом периоде я не могу дать. Мы сами не политологи. Я боюсь, что будет... Вы знаете, есть чувство неопределенности, есть чувство, что мы можем подойти к точке невозврата, после чего вот опять-таки повторится то, что было. Есть чувство того, что мы потеряем вот добытую тяжелой борьбой независимость или часть независимости. Het is ook een van de leegste landen van de Caucasus. En dat is de afgelopen 20 jaar alleen maar erger geworden. De enige toekomst voor Armeense jongeren is in Rusland. Bijna de helft van de Armeniërs woont in Rusland. Elke dag vertrekken er busladingen vanuit de hoofdstad Yerevan naar Moskou en andere grote steden. Terwijl de meeste landen in de Caucasus met vrees naar Rusland kijken, ziet Armenië het land als een bondgenoot. Здравствуйте. Ела. А кто сейчас в Москву? Я. Вы, да? А где вы будете жить в Москве? Подмосковье. Это Подмосковье? Да. А как город называется? Клин. Клин? Я был там. Это рядом с Москвой, да? Да. Ну, 150 километров, 80 километров. А вы тоже в Я месяц назад пришел оттуда. Ага. А вы тоже будете? Это у нас маленький брат. Потому что вы все братья? Да. Три брата. А сестра нет? Сестра есть, маленький, он дома сейчас. Ну, она пока не работает. Нет, 8 лет как работает. Ваш багаж? Да. А что вы взяли с собой? Как армянские вещи? Тутовку, наверное, да, взяли? Нет. Коньяк есть, сигареты. Окей. Потому что там дороже получается, или... Ну, друзья там. Да. Понятно. Каждому немножко. А вы будете работать в Москву? Да. На стройке. На стройке? Да. Что вы будете строить? Ну, ремонт мы будем делать, дома строено, мы ремонт будем делать. Там много работы, да, в Москве? Ну, первый раз я. Первый раз? Первый раз, да. А вы как? Я в Москву был, на работу первый раз. Ага. А почему сейчас в Москву? Ну, заработа здесь нету. Маловато, да? Да. Даже в Ереване? Да, ну есть, мы не можем таким зарплатом жить. Угу. Какая разница зарплаты, как в Москве или в Ереване? Ну, в Москве нормально, в России нормально. Здесь зарплат нет, ну и это не моя профессия, понимаешь? Я писатель, поэт. Да. Так жалко. Да. А надолго вы будете в Москве? Ну, до весной, до конца мая. А семья здесь? Ну, мне семьи нету. Я мою жизнь отложил за мою родину. А почему семьи нет? Ну, так не получался. Учился, потом Карабахская битва.
Потом вот так едем. Ooit woonden er Armeniërs aan de andere kant van de Ararat, de Heilige Berg. Maar dat gebied zijn ze nu kwijt. De 12 zuilen van het monument stellen elk een provincie voor die Armenië is kwijtgeraakt. Elk jaar op 24 april wordt een massamoord herdacht die de Armeniërs een genocide noemen. Of het nou wel of niet een genocide was, miljoenen Armeniërs kwamen om. Op sommige plekken werden er zoveel lijken in het water geworpen dat de rivier van richting veranderde. Toen ik daar een paar jaar geleden op de herdenking was, hoorde ik alle talen van de wereld. De gelukkigen wisten weg te vluchten. We just stumbled into this ceremony with the minister. It was the minister of diaspora, right? Correct. Yes. And yes. It's a new ministry. It's relatively new. It's about 5 years old. I'm a Canadian Armenian. Okay. And we have brought a group of 20 Armenian Canadians and Americans. Oh, okay. And to introduce them to Armenia. On the day of April 24th, apparently, I'm told that they came and took my great-grandfather away. Right on the 24th? On the 24th. Okay. He was one of the people who was taken away. And then when that happens in a family, the family must figure out what to do. So they managed to get on boats, I'm told, some American, some European. And ended up in Egypt. Okay. So my generation, I was born in Egypt, and then we immigrated to Canada. There's one thing I noticed through traveling around Armenia for a while now, and we noticed that the Armenians that live here actually, I mean, they're facing the problem of the border being closed with Turkey, with Azerbaijan as well, but with Turkey, partly because of unresolved issues with the Armenian genocide. Look, we know the genocide happened. We're not going to waste our time trying to convince you. But let's open the border. Let's have modern day relations. Let's agree to disagree right. on the genocide right. for now. And then let the discussion happen. And that's what we are advocating. And the Turkish side is? There are those who listen. There are institutions who listen. There are a lot of people in the media who listen. But the state, but not from the government the level. State has a very, very hard position. My grandparents were the lucky ones to be able to escape. And they ended up in Egypt. Okay. And where we were raised and born. And then in 1965, yeah. we immigrated to America. And my dream was to see my homeland, my motherland, before yeah. I die. It's the first time you came yes. here. Yes. And we are very proud to be Armenians. And we just love this country. I've been starting being emotional since 4 months ago. When I was in America, knowing that I was going to come and see my motherland, you know. It's a strange it's feeling. You become, come to this country and you feel that you have always been here. Really? Yeah. yeah. When you look at the majesty of Mount Ararat, its majesty takes over. Ararat belongs to Armenians. Uh-huh. Yes. No way. Whatever they do, belongs to Armenians. Doesn't it pain you when you look at the mountain and you can see its beauty, but still it's on the other side of the As soon as border? I looked at it, my tears comes from my eyes. And does it pain you that this genocide has never been recognized? Of course on the it does. Side? Of course. But the guy upstairs, he knows what he's doing. Eventually, they're going to get their... whatever they deserve, they're going to get it. Then they will get I really believe in that. What do you mean with they're going to get it? Like, the good Lord is going to punish them with a worse thing than we had. Mm. Yes, yes. Like a war or something or... He knows. Earthquake, who knows? Would be wonderful. Yeah. Right. Mm-hmm.
Это очень сорт. Да, да, да. Она не сорт. Да. Здравствуйте. Как у вас дела? Спасибо. Да, все хорошо. Сколько? Что работа была и здоровье. До свидания. Добро пожаловать. Сколько лет вы работаете здесь? 22. 22 уже? Да. Это не сложно всегда работать в темноте? Нет. Нет? Если здоровье позволяет, работа пусть будет. Да. Где хочешь, можем работать. А как соль поможет здоровью? На дыхании, да. На легких, здесь отлично. Да, я думаю, астма вы лечит. Очень энергетический мужчина. Да. Да? Да. Это из-за соли, наверное, да? Ну, из-за соли, и за кавказские здоровья, и долголетие. А, окей, понятно. Ча-ча. Собственно, да, вот. Окей. Добро пожаловать в Армению. Да, да, да. Привет, Европу. Окей. Передам. Да. Жена дома в кухне, когда она готовит, она использует этот обязательно, соль? Обязательно, только да? Этот соль, да. Это вы возьмите с собой? Это каждый месяц там по 5 пячек дают, чтобы мы не покупали. Вы получите, да? Обязательно. А это как килограмм? Или? Килограмм, да. Килограмм да, получите? Да. И употребляем дома только этот соль. Угу. Мы сами добываем и употребляем. Классно. Притом у нас все дороги сейчас закрыты, только в Армении соль продается. В Россию, Украину, там СНГ не идет наша соль. Да. Дороги закрыты, через Азербайджан идут. Mm. Значит, требований мало. Очень, потому что границы закрыты, да? Да, да, да. А если а было в Турции бы... тоже закрыто. Да, закрыто. Если было бы открыто, требований было много, за эту камеру можно за 6 месяцев заканчивать. А то так можно 2-3 года. Тогда вам не жалко, что границы закрыты? Ну, это для нас плохо, что граница закрыта. Мы не можем соль это, снять за границу. Да. Жестко. Wie wil zien hoe de Sovjet-Unie eruit zag in de jaren 80, hoeft alleen maar naar Armenië te gaan. De tijd is hier stil blijven staan. Het hele land draait op fabrieken en machines die uit elkaar vallen. Het is één groot museum, zoals het sanatorium in een zoutmijn. Een ode aan oude Sovjet-troep, mooi in al zijn lelijkheid, vind ik in ieder geval. Все специально сделано, и устройство пала, все для того, чтобы было меньше пыли, меньше искусственного. Mm-hmm. Чтобы потом не строилось, не красилось. Mm-hmm. Мы тоже спускаемся без духов, без разных видов, чтобы не было дыхания. Вот так спускаются больные, начинают ходить по всей этой территории. А потом начинают вот здесь отдыхать, общаться. Дыхательную гимнастику делаем в течение дня. Кислородный коктейль даем, вы там увидите. Кислородный коктейль? Да. А что это? Тоже было. Кислород кушают. Просто кислород? Можно такую принять? Можно сейчас? Да, пожалуйста, мы вас угостим. Где находимся? Сейчас я покажу. Интересно. Угостим, да. Начинаете кушать? Уже начинаем? Да, да, да. Ну? Это здесь пюре зюрстов. Met розеботтель. Hartstikke lekker.
de jaren 90 vochten Armenië en Azerbeidzjan om Nagorno-Karabakh, een groen en vruchtbaar stukje land. Armenië won en houdt het gebied bezet, maar wel ten koste van gesloten grenzen en duizenden doden. Een paar jaar geleden was ik in Akdam. Hier woonden ooit 100.000 Azeri's. Nu was het een spookstad. Het was onaangenaam om daar rond te lopen. De huizen waren leeggeroofd tot de waterleiding aan toe. In de moskee werden koeien gehouden. Да, я с 92 года, с 1 сентября, когда только забрали Шушу, я приехала сюда. И до сих пор здесь. Значит, после этого битва, да? После взятия Шуши. После взятия. Да, я приехала сюда. А как это выглядело тогда? Потому что сейчас так много новых зданий. Ужасно тогда, конечно, все было разрушено. Вот это здание вот сейчас построила, люди живут, там было все обожженное. Живете в новые здания? Нет, я как раз когда приехала, это здание тоже было разграбленным. Ага. Я просто зашла в этот дом, потому что мне негде было жить. Но тогда нам разрешили остаться. Я жила в этой квартире и до сих пор живу вот там. А почему вы сюда приехали? Ну, наверное, зов крови. Родина позвала. И вот во время войны у нас были семьи, у которых 4 брата, отец, все ходили на войну. И я... Вообще это ужасно было, конечно. Однажды как-то я в Дарумбоне в госпитале стояла. Ну, у меня сумка, это медицинская, автомат, рюкзак. Я стою в госпитале, мы раненого привезли. Что это, медицинский автомат? Что это? Медицинская сумка с лекарствами. С этой стороны автомат и рюкзак. Обязательно, конечно. Меня так тогда наши напугали, говорят, если, не дай бог, автомат или сумка пропадет, там наркотические препараты, то все. И я вот сумку вместо подушки под голову, автомат вот так обнимала и спала. Когда вы сюда приехали, уже не было азербайджанцев? Здесь не было азербайджанцев, но все время бомбили здесь. Здесь все время были кассетные бомбы бросали, бомбили. Из самолета? Конечно, конечно, из со Степанакерта, из самолета, из других вот сел. Если было бы войны, вы бы опять сняли, да? Конечно, о чем разговор? Ну, я сейчас уже постарше, конечно, но все равно, я думаю, я бы смогла бы хоть как-то помочь. Обязательно, конечно. Потому что это не совсем как мир, да? Это, конечно. Это не как все. Это, все да, уже... это все на волоске держит. Это чиповник? Да. Чипов. Так можно есть? Можно, но так нельзя. Нет, так нельзя. Мачи тушта. Мы потом кушаем. Сэр Мариаси тушта. А раньше азербайджанцы, они жили там? Или где они жили? Это как был отдельно или, не, или смешано? Смешано. Да? Основной здесь они были наверху армяне. Да. А здесь? Смешано тоже. Здесь тоже смешано. Много было. Okay. А, значит, это не было так отдельно, да, раньше? Это не как был
У вас тоже были друзья азербайджанские, да. Как смешанно, да? Смешанно, да. Так странно, когда война... Но всегда мы друг друга не любили. Да? Да, всегда. Каким образом? Ну, я шофер, да? ГАИ останавливает азер. Скажем, он азера за 1 рубль отпустил бы, мне 30 рублей просит. Понятно. Они нас давили всегда. А мы нормальные были. А они нас всегда давили. А кто был меньшинство тогда? Ну, власть их не был, Баку их не. Силы их не был, милиция их не, все. Полиция, все их не. А сейчас у границы все спокойно? Или не, я слышу, что иногда... Иногда, да, так. Вот. Один был парень. Последний смену стоял, потом в Россию должен был поехать, деньги зарабатывать. Снайпер его убил. Когда это было? Ну, 2 месяца где-то. Он отсюда? Отсюда, без Шуши. Он контрактник был, наемник. И он как пограничный его был, да? Да? И азербайджанский снайпер его. Ну, этот снайпер нехорошо, и наши нехорошо, и их нехорошо. Нельзя, и они дети, и наши дети. Да. Это был прямо на это месте, где он погиб, эта фотка, да? А он сам тоже был снайпер? Да. Тоже снайпер? Да. Таза в мотеля Эсенов. Стюгели эздевар баннер баун, пейдер баун, колышки ехапам. Стюгели кракели, стюгели мотеля эстюгели. Сквозной гелеля. Показаться. Но это был один пуль? Ага. Ինկերը կանացան, ինկերը գրկելա հանել մի 10 մետր հեռուն են բլինդաժից, հանելա դրել են ստուղին ուշին, ջուրա ուզեցել, ջուրա ուզել, տվել են խմելա, կանչել են սկորուն եկա, մին 8 հրոպեի մասմը հասեցել, եց 8 հրոպեի մասելա, ուշին, բերին խոջալու, հարենք սաղար, վերքը ինքներ պահում, դրած, հիվանդանությում անում ազգանվ հարցերին, ասելա ինքնությությունը տեղն այլել։ Տարին ապերացյունն է դեղից արդեն։ Ավույն իվանավալ ես, շուշտոտը մոշես լուչից ես նիմ։ Այդ է սաղի է տել կարող ալի, ասլոս չեն լի պատայի, բայց մեր ես Հարաբաղում ուրիշ ընձ եվ աշխատանք չկա, որ ունեք մեր ես ջահելեցունը կարա աշխատի։ Մեկա, որ կա գնում է դիրք է 3 տարով ծառա, իմա էլ չի դիմանում, պրծնում է կանտրակտը էլ նմար Ռուսաստան, կամ չգիտեմ ստե աշխատանք կա, ստե չգիտեմ, դե մեկա հելու չեմ ուզում, տուն չունեմ, վեր տուն վեկալիմ կմնամ ստելի չեմ գնանալ, դե ստե ես ձեր հատալի, ստե եմ սովել, ստե եմ նծացել ամեն ձևի։ Չեմ հավատում, որ կարող այդ իկայնի, ինչ որ ուրիշ երկիրի միջուցով այդ իկայնի նգանի ցալնի, որ իրար չկտնի, ոսկի տես չէ, ոտում կես մեկը, հայ ես մեկըն մեկ ալինելու այդի։
Борис, у вас есть знакомые? Да, сказали, братья. Знакомые есть. Из то, что я говорю, я в минометном был. Ребята там погибли, трое, да. Там похоронены. Близкие ребята есть. Вы с ними были, да? Да, с ними был, да. Ну, а они, этот ствол, когда взорвался, минометный ствол, втроем они погибли прямо. Да. А вы здесь часто бываете? Да, я каждый месяц прихожу. Каждый месяц? Каждый месяц. Вот в такие времена, вот, попозже я прихожу, чтобы никого не было, чтобы я один, да, успокоился, ребятам сыграл. И вы как чувствуете, что они вас здесь слушают? Наверное. Или... Да? Что-то, да, наверное. Я однажды ночью, вечером играл, и вдруг слышу: «Боря, Боря!» Я так остановился, вай, что это такое? Оказывается, ребята пришли, а я их не видел. А, ребят, я думал, что это такое? Вдруг Боря, и я так посмотрел, никого, и вдруг они выходят, наши ребята, пришли, поздоровались, ай, как хорошо, что ты пришел. We rijden nu over een van de oudste olievelden ter wereld in Baku, hoofdstad van Azerbeidzjan. Ja, точно. De bergen achter Sochi, volgende week op Nederland 2 om 7:15. Раз, два. Oh, yeah.